снять. Так, масла нету. Только вот такое оливковое всякое осталось. Где? Да, Пфланцен или нету. Вообще все пусто. Две полки, три полки, все пусто, блин. Так, вон пустеет, рис всякий тоже разбирают. Ну, сейчас вот такой дорогой рис остался. Смотри, какой вот этот стоил, да? 39 центов. Сейчас уже 99. Набирать, вы берете рис. У меня есть рис. Видишь, там тоже ничего нету риса. Даже эту сухую картошку разбирать, да? Да, я тоже. Он тоже. Вот это, которая, знаешь, пюрированная картошка. Да, да. Знаешь, вот это вот? Ну, здесь и есть, но это для клюйза. Так это, вот. Ну. Это дороже, видишь, самое дешевое, да, все разобрано. Да, дешево, так что сейчас посмотрим. Угу. Да, да. Все дорожает. Да, вот здесь лапшу все разбирают. Люди закупаются. Здесь что-то, видишь, томатный мак тоже не вон осталось пару штук. Здесь все раскупают. Надо было взять. Шпагетти. Вон там все внизу было, сейчас их нету. Видишь, там тоже все пусто. Все, все пусто. Подороже дайте уже. Ну, это будет завтра, будет 3 лира. Да, у меня есть. Есть у меня. Уже кошачье вон все разбирает. Почти. Ага. Здесь вон все пусто, смотри, блин. Внизу. Офигею. Так.